Вот так выглядит летняя малина на сентябрь месяц. Весной я снимал видео про простейшую бюджетную шпалеру. Вот она сейчас имеет такой вид. И я скажу, что несколько я как бы не рассчитал. Сейчас расскажу. То есть натягивалась только одна лишь нитка полипропилена, и лоза сюда просто вплеталась. Все было великолепно на момент цветения, завязи, но когда пошла ягода, вот этот ряд Glenfine, через метров 15 все, шпалеру ломануло влево. Дальше ее ломануло вправо. И что мы делали? Ну, как говорится, полипропилен мы еще не натягивали, просто делали боковые такие раскосы. И здесь, конечно, в идеале шпалеру какую-то делать либо V-образную, либо на два ряда. И на следующий год будем что-то мы думать уже по-другому. Так, вот здесь у меня лячка. Показываю. То же самое. Более-менее здесь все выдержало, то есть урожай мы отработали великолепно. Немножко дальше пройду. Побеги замещения есть, шпалера выдерживала, но тоже в некоторых местах ее очень тяжело было удержать именно нагрузку ягодами. Сейчас уже высота побегового замещения под, наверное, под 3 метра и более. Если посмотреть, ого-го, все уже в небо ушла малинка. То есть, а почему я был так уверен именно в такой шпалере? Мы делали подобный вариант в открытом грунте на полях. Но там была одна как бы особенность. Плантация была без полива. Поэтому вот такие вот столбики мы ставили через 4 метра, натягивали одну нитку полипропилена, всю лозу вот так заплетали, и весь сезон ягода работала просто шикарно. Вообще проблем не было. Здесь же мы дали 2 ленты капельного полива. Вот видим. Одна лента, вторая. И все. Ягоды настолько много было, что в некоторых местах, ну, несколько запереживал я, чтобы вся эта конструкция выдержала. Но она выдержала. Поэтому ролик актуальности твоей ни разу не потерял. Конструкция работает в условиях, что нету вот таких вот железобетонных, либо дубовых, либо с акации столбиков. Все ставится, все работает. И в условиях, скажем, экстренно, когда нужно просто сделать шпалеру, вариант просто исключительный. Так, ребята, ставим лайки, подписываемся, и будет дальше интересно. Всем добра и мира!